Приветствую. Напоминаю, в первой части я рассказывала о том, что я сделала каскадное каре, потому что использовала профессиональные маски, очень дорогие, и поэтому вот лишилась, у меня все было посеченное. Я, значит, решила сделать сначала, брать вот здесь длину, только часть вверху сделать каскад, потом уже, в общем, кончики убрала. Теперь буду все это отращивать. Но я могла этого избежать, если бы я сделала такую маску. Мой бальзам Афродита, читайте состав в первой части. Я рассказываю, что за изменения произошли в составе. Но он будет еще более улучшенный и все равно будет не химозный. То есть это более-менее натуральное все будет входить. Такая маска. Берем обычный желатин для волос. Вообще это маска ламинирования. Вот можете уже посмотреть эффект после 3 дней. Но именно вот ламинирование по типу ботокса, а не просто какого-то кератина. То есть волосы будут уплотненные, гладкие, но они не будут прямо выпрямленные до... То есть, если они у меня немножечко вьются, они такие будут через дня два. То есть не будет этого эффекта, потому что кератин вообще, который выпрямляет волосы, он очень волосы портит, то есть особенно блондинистые. Я об этом не знала и тоже потеряла. В принципе, уже до спины могла бы волосы отрастить. Кератином испортила и профессиональными масками. Будьте осторожны. Итак, мы берем желатин, столовую ложку. Если у вас очень длинные волосы, можно 2. И вот у нас идет 1 часть желатина и 2, вот в мисочку разводим, и 3 части теплой воды, даже ближе к горячей. Но хочу сказать, лучше возьмите деревянную палочку и прям вот так тщательно перемешивайте или кончиком кисточки, потому что когда вы начнете, допустим, работать вот этой частью, у вас просто вот в кисточке застрянет желатин. Это предупреждение. У вас, значит, здесь получится 4 столовые ложки, либо 8 столовых ложек компонентов. И вы добавляете ровно такое же количество. Вот мои маски Афродиты или вообще любой масочки своей или бальзама. Все это наносите на голову. В течение одеваете мешочек, какой-то пакетик. В течение 20 минут вы это все нагреваете феном. Потом одеваете полотенце и ходите лучше 1 час, можно 2, кто сколько. Но я долго так не выдержала, поэтому у меня может эффект выпрямления не такой. Но я вам хочу показать. Прядь совершенно у меня убитый волос считается, вообще уже пустой. Посмотрите, какой невероятный блеск. Я сейчас специально на свет вам покажу. Просто посмотрите, как салонная процедура. Так что вот, можно было остаться со своей длиной. Я ни о чем не жалею, мне тоже такая длина идет. Сейчас я буду волосы отращивать и тонировать более темный цвет. Всем до новых встреч. Приобретайте мои средства. Также у меня есть нимфа, шампунь. Жидкие мыла есть различные, Ариадна. Составы тоже немножечко я изменила. Но это все масла природные. То есть, например, вот белый воск входит. И различные масла льна, в общем, различных, не буду называть. Но я перешла на более такие, скажем так, российские, такие русские масла, еще более такие природные, для того, чтобы и одушка была такая уже более нежная. Так, всем до новых встреч. Берегите свои волосы. Пишите, как вам укороченная прическа. Я еще на утюжок вот это все выпрямляю. Получается вообще, конечно, даже вот этот мой каскад, его, в общем, не видно. Я вам в следующий раз покажу макияж на каждый день, пока мы на больничном. Вот перед тем, как выйти, я сделаю еще... А маску эту нужно делать из желатина. И вот, допустим, мой бальзам добавлять Афродиты, чтобы был хороший эффект. Можно и любой другой. Лучше раз в неделю, если у вас совсем убитые волосы. Но я буду делать 2 раза в неделю. Вот этого пакетика тут, в принципе, на 3 раза хватит. Всем до новых встреч. Пока.